Стой! Нельзя! Помогите, пожалуйста, шапку достать. Дяденька, дяденька, помогите, пожалуйста, шапку достать. Не положено. Давайте, давайте, гражданин. Не положено. Братья молдаване, трудовой народ Бессарабии. Коммунисты фонариоты снова задумали обмануть вас. Они уже ограбили половину Европы, а теперь и у вас вымогают последний грош, отдавая взамен фальшивые облигации. В старые времена деньги собирали на храм, на погорельцев, на сирот. Они собирают на танки, чтобы захватить и вторую половину Европы. Алчность их не имеет пределов. Не подписывайтесь на займ. Час избавления близок. Смерть коммунистам-фонариотам, капитан-партизан Стратан. Ну, что скажешь, филолог? Мог малограмотный бандит сочинить такое вот воззвание? Вряд ли. Ошибок нет. Да и знаки препинания на месте. Вот тут и оно. Стало быть, есть у него в банде свой комиссар. Интеллигент, понимаешь ли. Согласен? Не исключено, что банда через бандеровцев имеет свой выход на западные спецслужбы. Нам необходимо выяснить ее политическое лицо, установить связи. Так как, товарищ Брумы, насчет того, чтобы помочь нам в этом деле? Чем помочь? Мы отозвали ваше дело из военкомата, лейтенант. Вы очень неплохо проявили себя, работая переводчиком в СМЕРШе. Так что человек вы обстрелянный, бывалый, да и университетский комсомол вас положительно характеризует. Так что, думаю, справитесь. Товарищ подполковник, у меня на носу сессия. Ну, с учебой ты уладишь. Слушаю. Иду, товарищ генерал, иду. Николец, ты веди лейтенанта в курс дела. Сидите, сидите. Скажи, филолог, а кто такие фонариоты? Греки из Константинополя, служившие туркам в Молдавии. А мы-то тут при чем?
тебя там вода течет. Что за шутки? Тихо. Что случилось? Увели гады аккумулятор. Как? Хорошо, еще не зарезали. Ну-ка, останови. Да ты что, наверняка это хлопцы Стратана. Стратана? Да. Тогда лучше не связываться. А на кой ляд им аккумулятор? Да черт их знает. Может, взрыв какой готовят. Эх, Маруся, только не заглохни. А то куковать нам тут. А книгу? Книгу-то дашь? На что тебе, бабушка, книга? Ну как на что? На растопку. Завернешь в листочек щепоть золы. Керосинчиком побрызгаешь. Вот оно и займется. Видишь, сырость какая. Давай драться, только без подножек. Хорошо! На тебя. На. Осторожно, ты скинешь. Эй, Парумбел! На. Чего тебе? На лопатки. Полюбуйся на своих недоумков. Они же к завтра ему всю машину разберут, ну. А ну, брысь отсюда, голота! Чего ты? А ты бы Марии позвонила в район. Пускай забирает свою коломагу. Когда надо, тогда и заберут. Тебя не спросили. Председательша идет. Где? Добрый день. Здравствуйте. Зайдем в магазин, дело есть. Куда ты его выводишь? Магазин закрывается. Пока все не подпишутся на заем, товар отпускать не будем. Все. Приду я сейчас. Я сейчас приду. Водка есть? А как же? Открой бутылку. Так ведь стакана нет. Ничего, обойдусь. Сволочь. Сквозь сапог прокусила. Дай-ка. Йодом бы лучше. Где это вас так? У Мириакрия. Третий день хожу, дома застать не могу. А собаку нарочно отвязал. Беда с этим займом. Так я пойду? Куда? Люди ждут. Со мной пойдешь. Магазин закрывай. Ты что думаешь, я шучу? Нет, но кто нам дал право закрывать магазин? О правах поговорим, когда подписку закончим. Вешай замок и пошли. Куда? По дворам. От собак защищать меня будешь. В порядке общественной нагрузки? Поговорили бы вы с прихожанами, батюшка. Ведь нам по плану 120 тысяч спущено, а мы еще и половины не собрали. Откуда же им взять, женщина, если у них нет? А вы требования служите, пока не подпишутся. Вот ему тоже план давать надо. Он взял и закрыл магазин. Акстись, меня сана лишат. А вам и так головы не сносить, если я шепну пару слов фининспектору. Побойся бога. Я же ведь на 7 тысяч подписался.
Сколько у вас крестин было в этом месяце? А, разве упомнишь? Да? По книге регистрации 12 крестин. А венчание, похорон. Да к вам со всей округи крестить и венчаться ездят. Я же молчу. Пре-пре-пре, Мария. Тебе не председательшей быть, а матушкой. А вы разведитесь со своей, а я подумаю. Ладно, будь по-твоему. Подписываюсь еще на 3000. Ну вот и хорошо. Да. Вот тугорелая. Бой, девка, наша фельдшерица. Привет. Здравствуй. Знакомься, наш новый продавец. Наташа. Андрей. А подушечки вы привезли? Какие подушечки? Карамельки. А вы на заем подписались? Из моей десятки уже трое подписались, остальные после Рождества обещали. Вы, я вижу, всех тут под ружье поставили. А, что толку? Че это с тобой? Ногу натерла? Да нет, псина одна цапнула. Вот с этим шутить не надо. Пошли, перевяжу. Пошли, пошли. Знакомьтесь, капитан-партизан Стратан собственной персоной. Да, это же его дом. 2 года стоял заколоченный. Вот мы с Марией решили устроить здесь медпункт. А вы не боитесь, что хозяин обидится? А, какой ему резон обижаться? Лучше, чтобы дом зимой стоял нетопленный. Говорят, он здесь надеется еще пожить. Когда придут американцы и разгонят советы. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Осторожно. О, вареные зерна любите? Не откажусь. А я вот их раньше терпеть не могла. А теперь ничего, привыкла. Еще? Спасибо. Вкусно. А вы из России? Я? Смоленская. По направлению приехала. Думала, в Молдавии ягоды, апельсины, мандарины. Угу. А попала в самую гладуху. Будут тебе апельсины и мандарины. В Кагуле уже хлопок выращивают. Дожить бы только. Че это ты? Лесовики письмо подбросили. Убить грозятся. Нашли кого пугать. Я всю войну прошла. Покажите письмо. Я его порвала. Зря надо было в милицию отнести. В милицию? Один милиционер на 3 села. Лан Мари, не пугай гостя-то. Сиди, я открою. К тебе. Да не гнусай ты, Фенига. Здесь все свои. Что у тебя? Он дома. Кто? Мериагри. Тьфу ты, елки-палки, тоже мне секрет. Ты почему повязку не носишь? Бригадмилец. Нет у меня денег. Все прибедняешься. Стыдно, Тимофти.
Жены у тебя нет. Детей у тебя нет. Кому, как не тебе, подписываться на заем? Нет денег у меня. Налоги заплатил, на газету подписался. Да при чем здесь газета? Как при чем? Советской власти помочь надо. Последние бедняки трудовую копейку жертвуют, а ты? Дом, полная чаша. Продай что-нибудь. Ну, вот хоть ковер этот. Не трожь, не ты ткала. Это память от Катерины. Память? Ты ковер в голодовку пожалел, а жену в гроб загнал. Память. Жила ты, Тимофти. Да кто ты такая, чтобы меня в моем доме срамила, добро мое считала? Я советская власть. Бездельница ты. При барине в судомойках ходила, а теперь сама барыня. Пфу! Тоже мне власть. Да был бы хоть один стоящий мужик в этой деревне, тебя поблизко к сельсовету не подпустили. Будем подписываться, или как? Говорю ж тебе, денег нет. А я говорю, продай что-нибудь. На! Бери! На! 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 Купи! Купи! Да. Все видели. Хорошо. Теперь гражданин Мериакли с вами поговорят в другом месте. Одевайтесь. Это зачем? В сельсовет пойдешь. Никуда я не пойду. Собирайся, гад! Живо! Так. Ну что ж, Фаника, ты теперь у властей большой человек. Того и гляди, главным милиционером тебя назначат. А вспомни все-таки, как я тебя, сироту, поил, кормил, как в город к доктору возил. Так сослужи-ка мне последнюю службу. Больше, наверное, не увидимся. Помоги сапоги натянуть. А то поясница ломит. Вроде бы все, дядя Тимофти. Да нет, не все еще, племянничек. А что? Открой! Открой, хуже будет! Да что? Ничего, далеко не уйдет. Что-то скучно стало в Роденах. Рано ложатся, поздно встают. Да, скучно стало. Запугала людей чертова председательша. Пальнуть, что ли, разок? Не надо. Сейчас они у меня проснутся. Tate lumean zice lodru, tate lumean zice lodru. Cam furat un lemn din codru, cam furat un lemn din codru. Dar eu lemne n-am furat, dar eu lemne n-am furat. Nu mă scândură de brat, nu mă scândură de brat.
голосище. Любого на месте уложит. А что, бывало у отца Герасима, как затянешь на всеночный разбойника благочестивого. Свечи гаснут. Ой, то-то люмям зичем мие, то-то люмям зичем мие. Но сон де омени, но сон де омени. Не забыли тебя здесь, Тома, узнали. Что ж, пошли. Зеркало, зеркало, а что сделать этому фанту? Три раза прокукарекать. Не злите только. Ну-ка посмотрим, кто тут без нас веселится. А что сделать этому фанту? Целовать Наташу. А что сделать этому фанту? Вечер добрый, православные. Что, меня уже тут не признают? Или боитесь кого? Всех знаю, тебя не знаю. Кто такой? Уполномоченный? Продавец я. Комсомолец? Это он приходил с председательшей. Когда я спрашиваю, мне отвечают. Комсомолец. Оружие есть? Нет. Подними руки. Ва. А комсомольский билет где? Что, я дурак его с собой носить, что ли? Обязан. Комсомольский билет должен быть всегда у сердца. В левом кармане. Во. Ладно. Пошли, продавец, магазин откроешь. А денежки у вас есть? Ты смотри, какой наглый. Пристрелить его, что ли? А я не собираюсь за вас в тюрьму садиться. Чего? Прихвостень большевицкий. Ну, в магазин или к Богу в рай? Не трогайте его. Он сейчас откроет. Ну и зачем это тебе? Новинками интересуетесь, господин студент? Да как тебе сказать? Это что еще за молодая гвардия? Я только железную знаю. Состоять изволили? Отнюдь, Монами. Фашистов ненавижу не меньше, чем вас, коммунистов. Дай-ка. А почему студент? Уж более интеллигентно себя ведете. Ты не простак. Комсомолец. Видать, ученый. Ну, прихватил пару классов в гимназии. Ха-ха. И не смог найти работенку поприличней? В городе голодно, а жить-то надо. Что же, в селе сытнее, да? До нитки обирайте мужика. А вы благотворительностью занимаетесь? Поживи, она дома. Положишь отдельно. М?
Мария! Небогато живешь. Видать, не слишком тебя советская власть жалует. Ну, чего разлеглась? Вставай, потолкуем. Что ж ты, гнида красная, за пистолет хватаешься? Было тебе сказано, чтоб сидела тихо, людей не тревожила? Было. А ты человека до смерти напугала. Подумаешь, на заем не подписался. Иди. Будто ты не знаешь, что у него зимой снега не допросишься. Но ведь нельзя ж так, между земляками. Угощай, хозяюшка, тащи закуску. Нет у меня ничего. Ну что ж, орехами закусим. Выпей ты для храбрости. Давай, давай, пей. Ну? Что ж нам с тобой делать, а? Поучить придется. Нет вас добра. Ждать не приходится. И то верно. Сержанту Машеньке Жосан от персонала медсанбата. Поставь-ка что-нибудь. Что ж, Мария, так и быть, на первый раз обойдемся с тобой по-хорошему. Устроим-ка мы тут танцы. Правда, барышня у нас на всех одна, так что выбирай любого. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Чего ж ты? Или, не дай бог, гнушаешься нами? Тогда хоть фоник и пригласи. Чем плох кавалер? Ну-ну, не робей, парень. Эх! Ишь, как ты у них обрусела, Машенька. Давай-давай! Чем подарочки носить, лучше валенки подшить. Валенки, не подшитые старики. Эх, не подшитые старики. Люди, слушай, как же я любила. По морозу босиком к Милову ходила. Веселее, веселее, стерва. Господин Корнел, кажется, вы говорили, что ненавидите фашизм. За что же вы так женщину? За русские валенки. Впрочем, не русские страшны. И даже не коммунисты. А те, кто им верой и правдой служит. Ибо сказано в древней книге: не растите ветвей для топорища, и не срублены будете.
Дальше одни пойдем. Так, комсомольцы, отче наш знаете? Да. Прочитайте 10 раз. И имейте в виду, не с места. Шаг вправо, шаг влево. Считаю за побег. Стреляю без предупреждения. Ясно? Ясно. Отче наш, еже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дни. Отче наш, еже еси на небеси. А что? Да светится имя нравится Твое, мне этот парень. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный. Пошли. И остави нам долги наши, якоже, и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Отче наш. Вот обормоты. Входи, входи, не стесняйся. Крыушка Приян. Семья 6 человек. Лошадь, корова, 4 овцы. Земли 7 гектаров. Ну, как живешь, можешь, отец? Спасибо. По-стариковски, товарищ КВД. Скажи, отец, только честно, советскую власть любишь? А как же ее не любить? Это хорошо. Ну, а знаешь, как тяжело сейчас в стране? Знаю. Мария говорила. Ну, и на сколько ж ты подписался? На 800 рублей. Разве так советскую власть любят? Не стыдно? Сколько, говоришь, у него земли? 7 гектаров. Значит, на 7 тысяч и подписаться надо было. Откуда же взять такие деньги? Не продавать же корову. Ну, тебе виднее, что продать. Подумай. Хорошо. Я подумаю. Думать будешь здесь. Вон в той комнате. Новосельем, кум. Входи. Входи. Фронтовик? Не, не воевал я. С какого года? С 9-го вроде. Как же так? В Румынии был. Дороги строил. Для фашистских танков? Теперь ясно, почему саботируешь. Чего? Я говорю, ясно, почему отказываешься нашему государству помочь. А поставки, аналоги? Неоткуда, товарищ начальник. Сил моих больше нет.
Ну, иди отдохни, если так устал. Иди, иди. Следующий. Добрый вечер. А ты чего явился? Тебя нет в списках? Не знаю, вызвали. Я вызвал. А-а-а. Интеллигенция должна подать пример. Подписаться минимум на 2 оклада. Да мне бы хоть 1 получить. Кто там шумит? Мария, иди угомони их. Ты зачем в эту историю встрял? Зачем председательшу защищал? Ты что, засветиться хочешь? Так они могли ее убить. Да пойми, голова садовая. Теперь ты для всех советский. Кто из их людей тебе доверится? А замок на магазине, между прочим, тоже был не взломан, а ключиком открыт. Как вы это объясните? Я и открыл. Хорошо, хоть признается. Пишите объяснение. Мария, дай ему бумагу, карандаш. Не здесь, не здесь. Туда. Товарищ капитан, там бабы спрашивают, можно им принести поесть чего-нибудь? Потерпят. Я сам с утра не жравший. Товарищ капитан, напрасно вы продавца. Ну что он мог один против них сделать? Один? А этот где был? А они все! Бандиты по селу ходят. Арии, понимаешь ли, распевают. Над советской властью глумятся в лице Марии Жасан. И ни один сукин сын даже позвонить не догадался. Все виноваты, все до единого. Имейте в виду, если за 3 дня в самом ударном темпе не закончите с подпиской, пеняйте на себя. Советская власть долго терпит, но больно бьет. Ой. Ну, ну пошла! Куда? Куда? Ну пошла! Ваши хаты сгорели! Чтоб ваши семьи по миру пошли! Будь проклят ваш род воровской! Чтоб вороны вам глаза повыклевали! Господи! Чтоб у вас руки-ноги отзохли! Чтоб вам язвы повылазили на теле, ироды, и чтоб вас вши по тюрьмам заели. Прошу чтоб его. Чтоб вам добро мое Тома, повылазило. Тома, оставь хоть что-нибудь. Горе проклятый. Дай копейку выручить. На заем ироды. Подписываться надо. А он прямо озверел. Коммунистам помогать. Будто я по своей воле. Говорила вам, не езжайте вперед нас. Говорила. Нет, хотели раньше всех поспеть. Вот и поспели. Господи, что же это делается? Тома в лесу грабит, а в селе ты и да? Куда нам от вас деваться? Хоть живой в гроб ложись, правда? Господи, что же это такое, господи? Где правда, люди добрые, где? Эй! Ой. Эй! Ой. Да уймись ты, наконец! Что с ней случилось-то? А, говорят, сратан поросенка отобрал. Танцуй танго, ведь так легко. Ну что, пошли? Сейчас, иди сюда. Посмотри, посмотри, как танцуют. Это что ли? Видел я эту картину. А такой ты видел? Смешно, правда? Пошли, до темноты успеть надо. Сейчас. Или через лес поедем. Ты что, ни в коем случае. Мария в городе задерживается.
Облигации просила взять. Спасибо, до свидания. Прикрой аккумулятор сеном. Ой, не дай бог, и этот отнимут. Не бойся. Ведь так не отнимут. Мы полем поедем. Ага. Сударыня, карета подана. Пошли, милые. Эйс, ча! Эйс! Эйс! Ну, милые! Граждане, просыпайтесь, волки! Ой, мамочка! Господи, сколько же их! Зажигай! Сейчас! Скорей! Может, бензина плеснуть, а? Давай! Да скорее же! О, Господи! А зовите-ка движок! Серые! Встретили? Танцуй танго. И так легко. Можешь, Делимарц? Можешь, Делимарц? Совсем оглох, что ли? Андреев. Открывай, товар сгрузить надо. Со мной человек из района. Не возражаешь, если у нас переночуют? Лучше сам где-нибудь переночуй. А что такое? Да, принесла нелегкая этих. Не дай бог, власти узнают. Ладно, ты заезжай, а я отведу товарища к куму. Погоди. Кто это с тобой, продавец? Киномеханик из района. А не врешь? Ну, пойдем посмотришь. Стой. Давай, открывай. Я сам пойду. Да ты хоть оружие спрячь. Зачем парня пугать? А, старый знакомый. Полотенце, дай. А, комсомолец. Заждались тебя. Успел уже на нас донести? Что, я белины объелся? Ха, молодец. Значит, есть голова на плечах. А то, гляди, и потерять недолго. Выйди. А почему только две? Ты его спроси. А ну, иди сюда. Нате вам ключи, хоть все забирайте. Смотри, какой обидчивый. Да просто жмот. Выдано те стратану крабы дальневосточные
две банки. Икра кетовая, три банки. Водка обыкновенная, две бут. Ты что, сельпо? Счет нам выставлять собираешься, так это понимаете? Счет не счет, а порядок должен быть. Правильно. Социализм – это учет. Так. А почерк у тебя ничего. Разборчивый. Прочтешь и перепишешь три раза. Трудовой народ Бессарабии, коммунисты, фонариоты. Да вы что, ребята, совсем меня погубить хотите? 100 раз перепишешь. В ночь с 24 на 25 декабря, вернувшись из райцентра, застал в доме гражданина Делимарца банду Стратана. В числе бандитов были Не спится, Андреш. Письмо маме пишешь? Не спится. Вот и у меня душа не на месте. Андреш, уезжал бы ты отсюда, сынок. Видишь, они как пиявки пристали. Не оторвать. А власти прознают, тоже по головке не погладят. Ну, что ж поделаешь. Тут ведь как получается? Куда ни кинь, все клин. В милицию доложишь, дома не простит. Молчать будешь, сам себя под закон подведешь. 25 лет дадут. Один у тебя выход. Уезжай. Уехать-то недолго. А вы-то как? Да куда нам деться? Что будет, то и будет. Мы свой век прожили. Ладно, отдыхай. В ночь с 24 на 25 декабря в доме гражданина Делимарца нет. В ночь с 24 на 25 декабря вошел в контакт с бандой. Опаздываешь, я уж тут совсем замерз. Ой, да я у повитухи была. Агитировала бабку подписаться на заем. Ну и как? Да пока уболтала. Ну что, пошли? Пошли. Не боишься? Боюсь. А правда говорят, что там скелеты? Вот здорово. Надо же. Третий год живу здесь и ни разу не была. Молодец, что ты меня сюда вытащил. Интересно, и зачем это людям понадобилось церковь в скале вырубать? Да это не просто церковь. Народ здесь от турок прятался. Старая.
А какой здесь клуб можно устроить, а? Вот бы 100 000 выиграть. Кстати, ты уже получил облигации? Нет еще. Хочешь посмотреть? Давай. Гляди. Подлежат погашению по истечении 25 лет. Выходит, в 73-м получим назад свои денежки. Сколько же нам тогда будет? Не считай. Много. Дай-ка авторучку. Нету. На. Химический? Угу. Андрюше от Наташи, которую чуть не загрызли волки. На. Вспомнишь меня через 25 лет? Если не выиграю. А если выиграешь? Ну, тогда придется на тебе жениться. Это почему же? А чтоб тебе обидно не было. Ну что, начальник, доволен работой? А? Спасибо, порядок. Что спасибо? Магарыч ставить надо. Ну, приходи вечером со всей оравой в кино. Бесплатно пущу. Золотые руки у мужика. Если бы не он, одному бы мне не справиться. Так у него хороший учитель был. Какой учитель? Говорят, у Стратана в подручных ходил. Было дело. А что ж ты его самого не спросил, когда с отчим нашим в лес провожал? Иди. Denn ich bin der dich so wunderschön. Vorwärts, rückwärts, möchte ich jetzt im Tango mit dir gehen. Deine zarte Seele verehr ich. Ohne deine Liebe, was wär ich? Пусть прогреется.
Стас, я сделаю круг, не возражаешь? Валяй. А листовки переписал? Шустрый ты больно. Ладно, Корнел, оставь. Поехали. Куда еще? На Кудыкину гору. Ну-ка. Куда же все-таки ехать? По Горниче. Идете со мной. Остальные подождите здесь, да посматривайте в оба. Куда лезешь? Замерз. Не болтать, языки отрежу. Что будем делать, Андрей? Дай-ка прикурить. Не курить, мать твою, в душу. Засада, заводи! Не заводится. Ручкой давай! Быстрее, быстрее! Да ты возишься, пусти! Уходим. Да разворачивай быстрее. Комсомолец. Страшно? А тебе? Жалко крестного, арестуют его теперь. Не он ли и навел? Да побойся Бога, крестный с нами последним куском делился. Завтра будет ясно. Если его не арестуют, значит, он и навел. Мы сами виноваты, не иначе нас кто-то приметил. Говорил уже не высовываться. Да уми ты, наконец, девчонку! А я и не высовывалась, а вот его, его разве в доме удержишь? Не теряйте времени. Уже светает. Трогай. О чем задумался?
Да так. Думаю, что со мной дальше будет. А что? Машину-то засекли. Зато христианское дело совершил. Помог семье соединиться. Могу оправдательный документ выдать. Одно сейчас у меня оправдание вместе с вами с обрыва. Духу не хватит, комсомолец. Да мы уже и приехали. Стой. Пошли. Потерпи. Потерпи еще немного. Чего тебе еще? За проезд в другой раз заплатим. Я с вами. Куда? Все равно куда. Назад мне дороги нет. Иди торгуй. Советский Союз до сего дня не выполняет решение о репатриации пленных, делая на них основную ставку развития экономики страны. Госбезопасность сталинского режима поместила в газете «Правда» сообщение о кончине своего соратника Александра Яковлевича. В некрологе сказано: светлая память о нем будет жить в сердцах тех, кто его знал. И он! Как сообщают наши корреспонденты, Иду. Военной помощи Шафгре. Он вывел свои войска из северных районов страны. Государству необходимо обеспечить каждому человеку защиту от преступных на него посягательств. Такую поправку внес сталинский прокурор Вышинский на Генеральной Ассамблее ООН при обсуждении проекта Декларации прав человека. Ширится национально-освободительное движение в западных областях Украины, Белоруссии и Прибалтики. Народы борются. Компетентных лиц под контролем, а мы здесь торгашей потрошим. Целые районы. Да активистов пугаем писульками. Так Бандере, небось, американцы помогают, а нам? А нам за что помогать? Вы же только о своем брюхе и думаете. На американцев надеяться Богу душу отдашь. О, смотрите-ка, цыган пожаловал. Так ты здесь. А в селе тебя обыскались. Милиция понаехала. Магазин опечатали. Чуяло мое сердце, что ты мало не промах. Да, не везет нам с продавцами в Реденах. Что там у тебя? Я точно узнал. Деньги в кассе. Но медлить нельзя. Не сегодня-завтра подписка закончится. Вот пусть и закончится. Не жадничай. Что возьмем, то и наш. Надо брать. О, худо мне. Помираю. Чую, не дождаться мне этих американцев. А может, вправду даст дубу мужик, а? О! Ты бы не рассиживался здесь. Взял бы его к себе. Фельдшер посмотрела бы. Да вы что, братцы? Да, а к другому и некому. Больше и людей в селе надежных нет. Тома, что молчи, скажи им. Такое дело задумали. Рисковать нельзя. А что, если фельдшерицу сюда привезти, а? Ага, так она и придет. Почему же? Если товарищ продавец хорошо ее попросит, придет. Тут настоящий хирург нужен. Я вижу, тебе русская девка. Дороже раненого товарища? Нет, продавец. Пойдешь как миленький, приведешь ее сюда. Да дело не во мне, с ней-то что дальше? Удавить и с концами. Дурак. Завяжете ей глаза в лесу.
Мы на добро не отвечаем злом. Не настолько мы низко пали, комсомолец. Фельдшерицы, пойдете без меня. Ну, ясное дело. И обо мне ни слова, понял?